состояние вообще неплохое, просто засрато немножко, но это еще, блядь, более-менее относительно. Короче, пока мотор осуждается, я к друзьям заехал. Думаю, дай-ка сниму вот этот ебаный сепаратор, уловитель масла, да? Сейчас посмотрим, что здесь внутри забито, может, нет. А тут все наглухо, нахуй, забито. Надо чистить, ребята. Вот из-за этого, может, это просто жесть. Но сейчас буду отмывать. Потихонечку отмываем, несколько раз, несколько заходов, все отмоем, всю сажу весь нагар. Ну, масло хули не меняет годами, блядь, большими километрами, и все осаждается. Говорю, надо менять масло чаще, и фильтра нормально стоит. Короче, ребят, чищу я, что смогу сказать, прочищу здесь, вот. Сепаратор чище, я думаю, нормально будет масло газа отделять все это, как бы, и не будет воздуха попадать. Как смог отмыть вот сепаратор вот этот, и вот чистенько. В любом случае задышит машина лучше, что было, что стало, да? Готово.